Всем привет, мои дорогие зрители! Подготовил я для вас большой выпуск по максимальной оптимизации вашего смартфона Xiaomi. И если вы все, что услышите из этого видео, примените на своем устройстве, то вы получите огромное преимущество. Реклама, которая вас отвлекает, ее больше не будет. Чтобы часто не заряжать батарею, у вас будет максимальная экономия, что продлит срок ее работы. И это не отразится на работоспособности смартфона. И в целом ваш телефон будет более шустрым и незагруженным. Поэтому будьте внимательны и приятного просмотра. Как можно полностью избавиться от рекламы на вашем смартфоне? Эти настройки применимы компанией Xiaomi, но если у вас другой смартфон, вы можете попробовать эти советы, возможно, они вам тоже помогут. Итак, все четко и по делу, без лишней воды. Переходим в настройки. Далее выбираем раздел «Рабочий стол». Внизу «Показывать предложение», галочку берем и убираем. Итак, идем дальше. Заходим в раздел «Приложения», «Все приложения», «Настройки», «Получить рекомендации». То же самое, берем галочку и убираем. Идем дальше. Заходим в раздел «Пароли и безопасность», «Конфиденциальность», вниз, «Рекламные сервисы», «Персональное объявление», галочку берем и убираем. Идем дальше, немножко назад. Здесь у нас раздел в пароле безопасности, тоже снизу, «Доступ к личным данным». Заходим, убираем галочку напротив MSA, ярлыка. Сейчас идет отчет секунд и делаем отзыв этого разрешения. У вас рекламы будет меньше, вы это заметите. Отозвать. Галочка должна сейчас исчезнуть. Подобные манипуляции вы повторяете на своем смартфоне и потом убедитесь, что у вас реклама пропадет. Идем назад. Так, дальше мы идем в раздел темы. Темы заходим. Так, вот сюда галочку «Личные данные». Потом здесь есть настройки. Так, сейчас «Получать рекомендации». Убираем галочку. Заходим в раздел «Инструменты». Папка «Загрузки». «Настройки». «Получать рекомендации». Убираете галочку. Отключаете. Все. Рекламе до свидания в загрузках. Далее ищем папку. Называется она «Проводник». У вас на рабочем столе должно быть. Вот. Заходим в «Проводник». «Настройки». Так. «Информация». «Получать рекомендации». Та же самая ситуация. Убираем галочку. Все. Рекламе до свидания. Дальше заходим в раздел «Безопасность». Вот. Сейчас ради интереса нажимаем «Очистку». Появится ли реклама? Может, нет. Сейчас посмотрим. Если у вас появится, то следующую манипуляцию вы делаете обязательно. Но если не появится, вы тоже на всякий случай проверите. Идет очистка, заканчивается. Проверяем. Заходим в настройки. Так. Вот. Внизу рекомендации. Получать рекомендации. Их тоже убираем. Далее мы заходим в раздел «Музыка». Если вы слушаете музыку в вашем смартфоне, в вашем стандартном приложении «Музыка». Если у вас реклама есть, вот подобной этой, которая немножко раздражает, если вы часто пользуетесь музыкой, эту рекламу можно убрать. Сейчас покажу как. Заходим в настройки. Так, расширенные настройки. Вниз. Вот, получать рекомендации. Убирайте галочку. И все рекламки пока. Музыку слушайте без проблем, без всякой рекламы. Расскажу вам, как супер правильно экономить заряд вашей батареи на смартфоне Android. У меня в данном случае смартфон Xiaomi Redmi Note 7, топ-продаж недавний. Здесь у меня его хватает на 2 дня активного пользования батареи.
потому что я его адаптировал, этот смартфон, и он у меня довольно медленно разряжается. Сейчас я поделюсь с вами этими фундаментальными советами, которые вам реально помогут снизить заряд батарейки. Итак, что же я делаю, ребятки? Смотрите, в первую очередь очень важно, чтобы у вас было меньше шторок на рабочем столе. Видите, у меня вот одна шторка, вторая шторка, третья шторка. Я уже больше добавлять не хочу. Итак, если вы хотите больше шторок, ну, соответственно, будьте готовы на то, что у вас батарейка будет разряжаться намного быстрее. Так поэтому ненужные приложения просто удаляйте для того, чтобы у вас было максимум 3 шторки. Нужные приложения, собственно говоря, вы их сохраняете. Ненужное удаляйте. Первый очень важный совет. Меньше шторок. Потом, насчет яркости. Ну, пускай у вас будет серединка яркости больше, ну, тоже будет разряжаться, соответственно, быстрее серединка или меньше. Потом, если вы не пользуетесь Wi-Fi, ну, старайтесь его отключать, если не забудете. Но если забудете, ну, в принципе, не так смертельно, потому что Wi-Fi, он тоже, конечно, берет разряд. И, или, допустим, вот интернет ваш мобильный. Поэтому, если вы каким-то не пользуетесь, и если вы хотите сэкономить, то можете что-то отключить из этого. Потом вы скачиваете в Play Market прекрасное приложение System App Remove. Это приложение поможет вам удалить или ограничить активность тех приложений, которые невозможно удалить без этого приложения. Допустим, встроенные какие-то гугловские, да, приложения, вы можете их просто отключить, как это сделал и я. Сейчас я вам в этом покажу. Допустим, приложение «Погода», да, но зачем оно мне нужно? Я его просто вот могу включить, и я его полностью отключил. Потом дальше у нас здесь есть еще вот Google Play музыка, Google Play фильмы. Зачем они мне нужны? Они мне не надо. Я их просто взял, отключил, остановил их работу, и они практически сейчас вообще не работают. Потому что они вот в спящем, сонном режиме где-то там в далеком шкафчику валяются, болтаются. Итак, можете посмотреть по всем приложениям, которые вам не нужны, удалять именно с этого приложения. Очень классный совет, я вам рекомендую. Так, дальше вы заходите в настройки, потом заходите питание и производительность. Адаптивный режим, соответственно, вы его адаптируете. Так, контроль активности заходите потом. И здесь, смотрите, контроль активности. Если есть у вас приложения, которые вам нужны, допустим, различные мессенджеры, вы ими активно пользуетесь, социальные сети, Instagram, ВКонтакте, Facebook, вам это нужно. Вы ими активно пользуетесь, поэтому, к примеру, у вас должен быть режим контроля активности фоновой, умный режим рекомендуется. Если вы жестко ограничите, то вам не будет приходить сообщение, ну зачем это вам нужно, да? Если вы ими пользуетесь активно, то, соответственно, пусть у вас будет умный режим, который рекомендуется. Нет ограничений, не надо ставить. Умного режима вполне достаточно для того, чтобы все эти приложения адекватно работали. Вы поняли, да? Если у вас какие-то игры, к примеру, вот у меня Angry Birds, да? Зачем мне умный режим? Он мне не нужен. Я его жестко ограничил, потому что это просто игра. Я зашел, поиграл, я вышел. Она у меня на рабочем столе, эта игра, в общем-то, вот присутствует. Я вижу, я знаю об этой игре, я иногда захожу, иногда поиграю. То есть у вас либо умный режим, либо у вас жесткое ограничение. Мягкий режим, ну, он ни к чему, в принципе. Итак, по всем приложениям прошлись. Допустим, там уклон, там, ну, Uber, да, если вы пользуетесь. Ну, можете мягко сделать ограничение, можете умный режим, можете жесткое ограничение. Но чем больше вы вот так все приложения адаптируете работу их в фоновом режиме, тем батарейка вам будет больше благодарна, и, собственно, вы будете рады, потому что не так часто вам придется его заряжать. Экономия заряда батареи. Заходим в настройки, потом мы заходим в расширенные настройки, конфиденциальность, специальный доступ. Экономия заряда батареи. Это фишечка, о ней очень мало кто знает. То есть это еще один из моментов, который вам поможет сэкономить заряд батареи. Заходим сюда. Смотрите, здесь у нас показываются приложения, которые не экономят заряд батареи. Папка загрузки, экономия заряда просто недоступна полностью. Вот, вы нажимаете, недоступно. Дальше, смотрите. Вот у нас здесь есть MSA. Не экономит заряд. Вы нажимаете и нажимаете «Экономить». Готово. Все, MSA переходит в другой отдел, там, где экономия происходит. Или вот, GetApps, не экономит заряд. Нажимаете, экономит,
Готово. Все, вы закидываете эти некоторые приложения в тот отдел, где происходит экономия заряда батареи. Если здесь написано «недоступно», ну, соответственно, вы не можете ничего сделать, так оно уже и будет. Но как фишечка, вы можете зайти сюда и протестировать, чтобы сэкономить заряд своей батареи.